Всем доброго дня! Сейчас мы с вами будем делать манник. Для этого нам понадобится стакан манки. Ну или какую-нибудь кружку. В зависимости от того, сколько манки у вас есть. Высыпаем манку. И нам понадобится стакан кефира. То есть сколько манки, столько и кефира. Мы заливаем манку. Дальше можно сразу положить сахарный песок. Я это сделаю на глаз, то есть ну, где-то по вкусу, да? Положим сахарный песок. Вот так где-то. Вот, соли немножко. Теперь мы это все размешаем и оставим где-то на полчаса, минут на 40, чтобы у нас манка набухла в кефире. Затем мы с вами добавим сливочное масло растопленное и яичко или два яичка. Посмотрим по консистенции, как набухнет манка. Давайте посмотрим. Манка у нас набухла. Я попробовала на вкус, меня все устраивает. Пробовать можно, пока яичко не добавили, да? Сейчас будем добавлять яйцо одно. Можно два добавить, кому как нравится. Все это размешаем дело. Вот, размешаем хорошенько. Неудобно одной рукой мне мешать, правда. И когда размешаем яйцо, будем вливать потихонечку сливочное масло. Можно сразу помешивать. Итак, сливочного масла я взяла где-то грамм 90, наверное, может быть 80, приблизительно полпачки. Вот. И сейчас будем выливать в форму и ставить в духовку разогретую. Готовность смотрите по самому маннику. Смотрите, какой красивый манник получился. Замечательно. Единственное, что я бы добавила, конечно, наверное, поменьше масла. Давайте его разрежем. Я покажу вам его в разрезе. Очень ноздристый получился, красивый. А пахнет как вкусно. Вот. Ну, масло бы я поменьше добавила, да. А так очень вкусно. Чуха. Ха-ха, скажи всем привет. Привет. Мам, я взял с собой планшет. У кого-то что-то звенит. В общем, мы поехали. Отвозить Трофимку к репетитору по-английскому. Вот. Да, Маш? Все, мы уже занимались. Вместе с Трофимкой сидели. В общем, надо мне учить английский, чтобы я могла помогать детям. Вот, заехали к тете моей, я ей мед отвозила. И нам дали груши. Очень вкусные груши. И яблочек. Домашние, вкусные груши.